Вопрос социальной помощи находится в центре внимания нашего правительства. В частности, на мероприятии, организованном в Хакимиате Мирабадского района, жизнь нескольких граждан кардинально улучшилась. В ходе мероприятия 7 ташкентцев получили ключи от квартир в новом жилом комплексе в Махале Чоштепа Сергелийского района в подарок от президента Республики Узбекистан. Конечно, этот день они будут помнить как праздник. Помогать тем людям, которые нуждаются в этом. Спасибо нашему президенту за это. Будьте счастливы все. Спасибо большое. А это Айтмухаммад, который учится в Ташкентском государственном экономическом университете на 3-м курсе на контрактной основе. Еще совсем недавно он собирался временно взять академический отпуск, ведь его контракт требует оплаты. Сегодня его проблема решена. Благодарить за то, что мне помогли с оплатой контракта. Это в данном случае, в данной ситуации для меня это огромная помощь. Честно говоря, я думал на один год оставить учебу, а потом продолжить. Случилось так, что я могу продолжать учебу уже в этом году. Что ж, спасибо. Также ряду граждан были предоставлены бесплатные ордеры на лечение в клиниках. Важность социальной работы нельзя переоценить. Allah'ın kıyasını, 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 Allah'ın